были вот эти митинги знаменитые, вся вот эта ситуация в стране, я сразу понимал, что это подстава какая-то. И мы хотели свое мнение выразить в виде отдельного мнения, потому что по нашему глубокому убеждению, что те, что эти, это политиканы, которые используют народ в своих интересах. А музыканты их поддерживают. Нас эта ситуация, если хочешь, озлобила. Поэтому альбом такой злобный получился. Просто для нас отвратительно, что те, что эти. Почему мы должны выбирать, как раньше, там, либо пижон, либо алкоголик, там, либо мент, либо алкоголик, а теперь либо блогер, либо мент. А почему? И говорят, вы быдло, если вы не голосуете. Типа, настоящие граждане голосуют там. А сам ты голосовал? Нет, конечно. Я сейчас объясню, почему. Нет, моя мама, я, моя бабушка голосовали за то, чтобы СССР не распалась. Кто послушал? 80% населения страны. Да всем похеру было. Так же, как и сейчас. Но есть одна тайна. Если не придет никто голосовать, выборы будут нелегитимными, и тогда они обосрутся. Вот этого они боятся больше всего.